Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала «Заметки электрика». Ну что, наступил тот день, когда я провожу розыгрыш этих двух принтеров. Заранее прошу прощения, что немножко задержал с датой розыгрыша, были на то соответствующие причины. И уже по традиции розыгрыш я провожу в программе «Лиза On Air». Вот я уже вошел здесь в свой аккаунт «Заметки электрика». Сюда в строку я вставляю ссылочку на наше видео с розыгрышем. Вон на заднем фоне появились наши принтеры. Вот программа даже уже автоматически определяет, что видео имеет 6545 просмотров на данное время и количество комментариев 1294. То есть потенциально в розыгрыше у нас участвует около 1294 участников. Отлично. Так, как я и говорил, условия розыгрыша самые простые. Это подписаться на канал «Заметки электрика», поставить лайк на данное видео и написать комментарий, где ответить на мой вопрос. Где бы вы использовали данный принтер? Прошу заметить, что победитель будет определен при условии, что им будут соблюдены все требования розыгрыша. И я вас предупреждал, не забудьте открыть свои профили, иначе у меня не будет возможности проверить вашу подписку. Итак, определяем первого победителя. Поехали! Нажимаем кнопочку «Мне повезет». Теперь идет рандомный выбор из наших комментариев. И сейчас система выберет нам первого счастливчика, первого победителя. Итак, первым победителем становится у нас Александр Скворцов. Вот, здесь сразу определяет программа, что он является подписчиком канала. Очень замечательно. И он ответил на мой вопрос. В розыгрыше он участвует, а применять принтер будет в обслуживании РЗА, то есть в обслуживании раллейной защиты и автоматики. Кстати, это мой коллега, так сказать. Александр, я вас искренне поздравляю и свяжусь с вами в самое ближайшее время. Итак, теперь переходим и определяем второго победителя нашего розыгрыша. То есть я нажимаю здесь вот «Выбрать другой комментарий». Поехали! Вторым победителем у нас стал Анатолий Павлов. Принимаю участие в конкурсе. Вот он ответил. Буду использовать при монтаже силовых пожарных щитов и при прокладке кабелей. Мой почерк не все понимают. Также система определила, что он является подписчиком. Анатолий, я вас также поздравляю и свяжусь с вами в самое ближайшее время. Также благодарю всех участников данного розыгрыша. Всем спасибо за участие. Не отчаивайтесь, если кто не выиграл. В следующий раз вам обязательно повезет. А следующего раза ждать долго и не придется. Для вас я уже буквально после Нового года приготовил очередной розыгрыш. Ну, правда, немножко подарки там попроще, но тем не менее они тоже необходимые в нашей работе и достаточно интересно. Поэтому повторяюсь еще раз, всем спасибо за участие, всем спасибо за поддержку, что писали комментарии, озвучивали свое применение данного оборудования, данных принтеров в своей работе. Очень было интересно почитать, очень много различных направлений, сфер деятельности, где этот принтер применим. Он не ограничен сугубо при обслуживании и монтаже электрооборудования, достаточно у него получается широкое применение, что не может, естественно, не радовать.
В завершение еще раз всех поздравляю с Днем Энергетика, с наступающим Новым Годом. И с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки Электрика». До новых встреч!